Физкультурно-спортивное общество «Динамо» готовится к своему столетию. А это повод в очередной раз подвести итоги работы организации и отметить заслуги ее единомышленников. В Чистополе спортивном комплексе «Лидер» на торжественной церемонии руководители правоохранительных органов и силовых структур, ветераны внутренней службы и все те, кто причастен к «Динамо». Им вручают награды за популяризацию движения. Вместе с военнослужащими на празднике – дети. В структуре «Динамо» есть и спортивные детские секции. Поэтому вот наша основная задача – это преемственность поколения, чтобы на смену приходило молодое пополнение, воспитанное, именно заряженное на плодотворную творческую работу. В Чистополь дети приглашены из 5 муниципальных районов – Аксубаевского, Алексеевского, Алькиевского, Спасского и Черемшанского. Все они участники традиционных соревнований. Под флагом «Динамо» они демонстрируют свои знания по правилам дорожного движения, а также принимают участие в турнире по плаванию. По поводу плавания мы всегда ездили на соревнования, там занимали места, вот, готовились. То есть, в принципе, вы уже опытные участники. Да. Как конкуренция вам? Ну, нормально такая, да. Но не такая сильная, как мы думали, но нормально. Здесь дети не из профессионального спорта, это дети из обычных семей, из обычных маленьких ПГТ, маленьких городов, в которых не всегда есть такая возможность участия в крупных соревнованиях, и тем более междугородних там соревнований. Поэтому общество «Динамо» предоставляет им такую возможность проявить себя, показать себя. Развитие детско-юношеского спорта – одно из направлений общества «Динамо». Это не только профилактика правонарушений и преступности, но и профориентация молодежи, считают динамовцы. В этот раз лучшие спортивные достижения показала команда Чистополя. Вторые и третьи места завоевали школьники из Алькеевского и Алексеевского районов.